Владимир Карулин, я глава представительства компании LAX. Компания LAX уже 30 лет производит профессиональное аудиооборудование и известна такими проектами, как озвучивание Олимпиад 2008-2022 года в Китае. Предлагаю пройтись по стенду и посмотреть, что мы сегодня привезли, что мы представили. Давайте начнем от входа, скажем так. Есть широкий набор хорошей трансляционной акустики от 8-дюймовой динамиков 6-дюймовые и 4-дюймовые, соответственно, разная толщина для разных задач, для различного типа помещений. Здесь представлен аналоговый микшерный пульт. Он 12-канальный, есть такой же плана 16-канальный пульт и, соответственно, есть цифровые микшерные пульты, до них мы дойдем чуть попозже. Обратите внимание на усилитель серии ATS-D. Этот усилитель — это 4-канальный усилитель, который может работать как с трансляционной акустикой, так и с обычным оборудованием. И каждый канал настраивается по-своему. Конференц-система, микрофон делегата, микрофон председателя. Данная система позволяет с одним основным блоком создать систему, закольцевать ее до 100 микрофонов. Центральный блок поддерживает протоколы для всех известных видеокамер. И, соответственно, с пульта можно настроить автонаведение, автофокус на любой микрофон, который в данный момент участвует. Пульт председателя позволяет отключить любой включенный микрофон. И, соответственно, пультов председателя точно так же может быть несколько. Подключение осуществляется по сети LAN и является надежным, простым в управлении и обеспечивает очень хорошее и качественное звучание. Здесь же представлены две серии цифровых процессоров. Это серия DGX и серия DA. Обе серии позволяют установить карту Dante. В серии DGX, вот в данном экземпляре, она установлена. В серию DA есть опциональная возможность это сделать. В ближайшее время будет небольшое обновление матриц, и они появятся сенсорными панелями, что облегчит управление и работу с ними. Идем дальше. Цифровой пульт. 20-канальный цифровой пульт, через который, собственно говоря, организовано управление всем звуком на стенде. Чуть попозже мы продемонстрируем, как это работает, а пока просто вот как выглядит оборудование. Радиомикрофонная система. Один центральный блок, два микрофона, которые могут быть как в исполнении в ручном, так гарнитура. И есть такой же еще петличный микрофон. Заказывая данный комплект оборудования, можно сформировать пару любых микрофонов, которые нужны для ваших задач. Усилитель. Особо рассказывать нечего. Еще один усилитель. Еще один матричный процессор, который специально разработан для линейных массивов. В данном экземпляре 2 входа, 4 выхода. Есть точно такой же 3 входа, 6 выходов, 4 входа, 8 выходов. Система, как еще рассказал, предназначена для работы и управления линейными массивами. Идем дальше. Небольшой громкоговоритель 4-дюймовой серии U. Несмотря на свои очень-то компактные размеры, обеспечивает прекрасное звучание и прекрасно подойдет для озвучивания помещений небольших классов, переговорной комнаты, кабинет директора. Компактные звуковые колонны серии PTL. Сабвуфер с цифровым процессором, который позволяет управлять две колонны 404. Это 4 динамика по 4 дюйма. Есть точно такие же колонны 604, 6 динамиков по 4 дюйма. И их точно так же можно две подключить к одному сабу. Есть компактные колонны, где 5 динамиков 4,5 дюйма, PTL-5. Там одна звуковая колонна к одному сабу. Обратите внимание на крепление колонны, которые могут быть. Колонна может крепиться к сабу, специальное крепление и специальные болты. Колонну можно подвесить на ухо. И к колонне можно прикрепить обычное настенное крепление. То есть обширная возможность установки. Компактный линейный массив серии ATS. Активный сабвуфер с цифровым процессором. К нему идет два топа. Соответственно, управление топами происходит через SAP.
Есть специальное крепление для подвеса, поскольку это линейный массив. Есть крепление для подвеса 2 топа, 1 саб. Есть крепление для подвеса 2 саба, 4 топа. Все это входит, в общем-то, в стандартные комплекты поставки. Два слова об оставшемся комплекте. Это сабвуферы серии U и динамики громкоговорителей, то есть также серии U, сдвоенные 6-дюймовые. Обеспечивают очень хорошее, недорогое сочетание, дают прекрасный звук, прекрасно подходят для озвучки небольших сцен, для озвучки школьных залов, для озвучки небольших аудиторий. Собственно говоря, наверное, все.